Все вы в курсе, что на прошлой неделе у нас состоялось заседание Конституционного суда по вопросу рассмотрения заявления от группы народных депутатов о том, дабы признать указ президента Зеленского о досрочном роспуске парламента неконституционным. Полностью это видео и полностью это заседание разбирать просто не имеет никакого смысла, потому что само заседание там на 5 часов, наверное, может и больше. Поэтому я даже не представляю, сколько времени необходимо для того, чтобы его разобрать, смонтировать. И потом, какая будет финальная версия всего этого разбора, на сколько часов. То есть, кому это будет смотреть интересно, я не знаю. Поэтому, если вам интересно посмотреть само заседание, то, я думаю, вы легко его найдете и послушаете. Вот для специалистов, для юристов, в принципе, было бы интересно это послушать. Для остальных, я думаю, не настолько это интересно. Я думаю, интересно будет именно результат. Вот. Я посмотрел все это заседание. И сегодня я вам просто покажу два заявления народных депутатов с трибуны соответствующей. И в конце будет кое-что интересненькое. Вот так вот. Таким чином, народ України, який голосував на вільних і демократичних виборах 2014 року і обрав цей склад парламенту, був позбавлений президентом України права через своїх представників у парламенті формувати державну політику. І от народний депутат Алексєєв говорить нам о том, що таким от образом Зеленський лишив граждан, скажем так, на представление их интересов через народных депутатов. Вот. Такая вот политика двойных стандартов, она вот присуща вот этой вот всей уходящей системе, я надеюсь, что действительно уходящей. Почему? Вот я вам сейчас приведу пример, я думаю, многим он не понравится. Ну, не понравится он исключительно потому, что этот пример про господина президента бывшего Януковича. Я отношусь к нему крайне негативно, считаю Януковича негодяем, подлецом и трусом, как раз из-за того, что вот в тяжелый момент для страны он просто взял и сбежал, собрал там пожитки и свалился из страны. Это, конечно же, очень плохо. То есть я уже не говорю там про какие-то схемы преступные, вот просто вот сам факт его бегства, вот, это трусость вообще низшего порядка, я к нему крайне негативно отношусь, но... При этом он-то сбежал вроде как, но лишили его полномочий способом, который не предусмотрен в Конституции. И если вот сравнивать это заявление Алексеева, то получается, что смотрите, Янукович ведь тоже был избран народом. И Верховная Рада лишила его полномочий способом, который не предусмотрен Конституцией. И таким образом лишили людей права на представление их интересов под данным президентом. Да? Вот я же говорю, совсем вот негативным багажом Януковича, все равно его способом, не предусмотренным Конституцией, лишили полномочий. Но об этом почему-то все молчат, никто об этом не говорит. Но зато вот по поводу Зеленского рассказывают у нас Алексеев, что вот так вот он лишает права. Как у них вот это вот все в голове может соединяться, да? То есть вот так можно президента отстранять, а президенту вот так вот нельзя отстранять парламент. Интересно, да? Вот я же говорю, вот эта политика двойных стандартов, она, конечно, присуща этой уходящей системе. Надеюсь, что новая система не будет допускать такого. И второе, вот второе вообще просто, я не знаю, сейчас смотрите, а потом я скажу свое слово. В країнах, де цинічно поплюжиться Конституція, закони, де ігноруються норми права, завжди люди потерпають від свавілля, від невизначеності, від тотальної бідності і тікають з таких країн. Такі країни занепадають, такі нації зникають з мапи світу. Ось це все він говорить в зв'язку з цим указом, що якоби цей указ... Он такой вот нарушает закон, и из-за этого якобы у нас страна станет вот такой, какой он назвал. Но при этом вот он на самом деле описывает, к чему
привели эти 5 лет нашу страну. Вот он четко описывает Украину. Бедность, беспредел, тотальное обнищание и бегство людей из страны. Вот 5 лет они керувалы. И в итоге он сам подводит итог правлению своей вот этой вот системы. Понимаете? То есть добавить нечего к вот этим вот товарищам. На Верховной Раде они там 5 лет не пойми чем занимались. Создавали свои там какие-то схемы, оборудки все эти крутили-вертели. А теперь они приходят в Конституционный суд и вот делают такие заявления. Это просто шикарно. Для того, чтобы вы смогли дать оценку им. Вот конкретную, четкую и понятную оценку. Ну, интересненькое в конце, как и обещал. Хватит трогать. Ладно, короче. Не трогай их. Не трогай их, просто. Все, исполнен. Я дякую вам за увагу. Кого-то зачекался, мама не прийде. Не знаю, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути таке, бажане люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю.